надо. Накликаем. И бабок хватит вообще? Мне бабок не хватает. Ой, бля. Слушайте, боевой пропуск, ну не такой прям вау, ебать. Нормально. Бля, ну короче. Неймар, блядь, Фортнайт. Неймар, блядь. Ой, бля. Неймар. Короче, бля, просто если бы реально, ну, каждый раз так было, мне кажется, все зажрались бы, ну, типа, это слишком много контента на начало сезона. Ну, это реально, вот, начало охуенное, то, что, типа, ты начинаешь, у тебя квест. Бля, это очень кайфово. Так, ладно, сейчас будем тогда ПП чекать. Ну, естественно! Хе-хе, бой, бля. 25. Потом посмотрим, можно... Бля... Ладно. Сейчас все равно все просмотреть будем. Все, я не могу больше купить. Ладно. Докликаем. Мне бабок хватит вообще? Мне бабок не хватает. Ладно, сейчас сделаем. Оп. Скрываем экранчик. Так, короче, первый, понятное дело, у нас типа главный герой — это Ген Джонс, который будет получать стили на протяжении всего сезона. Ну, мне все, короче, интересно всегда вот там типа скины, эмоции. На эти экраны загрузки, блять, на эмоции и граффити вообще похуй. Ну, эмоции вот эти имеются. Эмодзи. Больше тут не мусорить. Нет, убирайся. Понял. Ой, это прикольно. Вообще, кстати, вот прям, знаете, высокое качество, классно. Ура, Лара Крофт! Полевая сумка Джонса. Не забудьте положить злаковый батончик. Сейчас обещать будет выполнить задание, чтобы разблокировать копии из миссии агента Джонса и спасти мир. В смысле, типа... Ой, блядь. У меня форт крашнулся? Нет. Так. Во, здесь. Лара Крофт. Исключительно не мы, а наши поступки. Легенды видеоигр. Бля, это реально прикольно. Я не прям обожаю Лару Крофт, но... Сделали бы ее эту пиксельную, короче. Это такое себе. Тактическое уклонение, набор Лара Крофт. Чисто так по карте хуярить. Ваны пора. HD. 25-я годовщина. Бля, скажите, что тут будет пиксельное, вот. Не пиксельное, а полигональное. Мало полигонально. Бля, ну это Лара. Хуй знает обе пиздаты. Что-то шоет. Первобытный заряд. Динопила. Дополнительный вариант стиля для полевой сумки Джонс. Я не понимаю. Спасти мир. Рано. Благодаря видео знает, как выглядел давно канувший в лету мир. Такое. Плюс-минус. Шулер ебаный. Ебаный рот этого казино нахуй. Ваш шулер. Сейчас на бабки наебет. И на сумка. И баксы. Крылья. Ну то и нормально было, это вообще не очень. О, кирка, кстати, классно. Нравится. Рунное проклятие. О, вот этот скин, кстати, я уже понимаю, про какой скин речь идет. Вот этот. Он прикольный. Ой, блядь. Ужасные эмоции, ужасный звук.
Прикольно. Горящие символы. Набор зомби. Паш. Бесконечный свиток. Легендарный, кстати, бля. Прикольно. Бля, мне нравится цвет. Вот это вообще охуенно. Левая сумка Джонса, 31 прыжок. Бля, чем они различаются, вообще не понимаю. Может, когда... А, я когда выполню, наверное, задание, оно тут обновится. Все, я понял. Короче, она будет обновляться всякими прибамбасами. Потому что он же, типа, в эти всякие прыгал измерения. И они, ну там, короче. Бля, ебать, Аладдин реально. Нихуя машина, блядь, смотри, мышцы нахуй, ляй. Разъель тут, нахуй. Разъелся. Медитативные руны. Передвижение? Бля, кайф, кайф. Бля, слишком большой тут. Воздушный след, очень большой. Так, сумочка. Ой, бля, сейчас так... Это такой смех, а не скин. Левая сумка, 42-й прыжок. Хотя, вот тут бандана, по-моему, появилась, да. Ой, бля. Бля, настолько огромный, бля... Я мне нравится то, что в Fortnite, короче, они разломали, короче, эту хуйню. Ограничения. Раньше скины, типа, не могли огромный делать. Вот, а сейчас, типа, ну, делают. Вот после этого Бэйна сделали. Или до Бэйна что-то еще было. Бля. Желток и нектар. Ёбаный твой рот. Бля, ты... Приколдес, нахуй, конечно. О, вот это, кстати, тоже классно. Ну, блядь, Galaxy War. Ой, если бы я супергероев, типа, носил бы, я бы... Оно еще анимировано? Знаете, там же можно, типа, на грудь или куда-то ебашить? У меня пока, знаете, два скина нравятся. А, вот что оно происходит. Да, он, видите, собирает потихоньку всякие приколы. Прям сумочка такая классная. Да, охуенно скин. Конечно, много всего лишнего, но, блядь, он визуально классный. Уф. А, это из DC, блядь. Я не знаю просто Raven из DC. Ну, конкретно я не знаю. Я понимаю, что существует. Я-то не знаю. Бля, прикольно. Ламу, блядь, да. Прикольно. Ревен обычно. Сущность башни. Тяние башни. Бля, если это на всех можно делать, это классно. Крылья духа, эй, бля. Не понимаю. Кстати, типа интересно выглядит, но хуй знает, насколько удобно будет. Интересно выглядит. И владыка баш. С бонусом, блядь. Какой у него бонус, блядь? Вот здесь бонус, нахуй. А за дороги нет. Бля, я думал, ты еще. Ладно. И всякие секретики. Dark Love. Блять, ну если она прям супер была лоу-поли, это вообще охуенно было бы. Но уже видно, вот знаете, типа... Ух, типа уклон на вот это как... малополигональная штука. Вот это, кстати, нормально. Это мне нравится. Ультимативный.
Ебать, опасны. Рэйчел Рот. Бля, ну вот, сука, я смотрю на эти стили, они такие прикольные, типа, да, да, да. А потом весь сезон не буду задания выполнять, ничего не буду выполнять. Ну, слушайте, боевой пропуск, блядь, ну не такой прям вау, ебать. Нормально. Сойдет, нормально. Нормальный батл пасс. Нету такого, что типа, ебать, это вот это, вот это, вот это, вот так прям четко. Есть пару скинов, которые мне понравились. Но в целом нормально. Не охуенно, нормально. То есть это нормально. Так, короче, побойс, напоминаю, что розыгрыш в телеграм-канале. Прямо сейчас можете залетать, потому что там розыгрыш на бабки и на батл пассы. Код автора. Точно, 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 блять, как я мог забыть, что код автора FGK. 3 буквы, и вы, блядь, великолепны.